цунами есть у тебя? По-моему, неплохо. Хорошая акция. Спасибо, что включил с тобой Герасев. И Пушер. И вчера мы увидели видео нашей подруги Аниме, которая приходит в Бургер Кинг, покупает стакан этой колы, знаете, и наливает ее бесконечное количество раз. Но правда, она ее сливала где-то за углом в ведро. И мы решили сделать гораздо жестче. Мы взяли вот это огромное 20-литровое оранжевое ведро. Мы его поставим прямо рядом с кассой совсем. И начнем наливать кока-колу прямо туда. И посмотрим, что нам скажут охранники. Посмотрим, что нам скажут эти работники. Это будет безумно интересно. Это немного страшно. Посмотрим, что из этого получится. Ребята, погнали. Давай, Саня, включай наглость. О, боже мой, это будет безумно страшно. Со льдом, без льда? Давай со льдом. Давай. Работник. Так подсунило. Смотри, он отключил, он отключил. Он отключил, не наливается. А почему? Почему? Пей сколько хочешь, бесплатно написано. Пей сколько только при соблюдении следующих правил. Долив напиток возможно в течение 2 часов с момента, так? Долив напиток возможно только в том ресторане, где он был при начале приобретен. Так, все правильно, вроде нет. Ну так, стаканчик, смотрите, у вас по правилам налито. Долив напиток, возможно, в том ресторане, где был причем приобретен. Долив напиток, возможно, в течение 2 часов с момента приобретения наличия чека. Правильно понимаю? Конечно. Что, можно, да, с ведром прийти сюда? А с ведром просто не поняла. В чем суть вопроса? Так я наливаю кока-колу, мне что-то отключать, не понимаю. 2 часа еще не прошло вроде как. Спасибо большое. Разрешили наливать. Мы сейчас увидели, что к нам подходит охрана, точнее подходит заведение, Бургер Кинг, по непонятным для нас причинам. Собственно говоря, если они сейчас к нам подойдут, мы спросим, типа, какие есть вопросы, есть ли вопросы к нам какие-то или нет. Да, добрый вечер. Бургер Кинг, вопрос, чтобы их на камеру не снимали. Что, Бургер Кинг? Это передача или что? Ну, мы снимаем видео, да? Ну, это Бургер Кинг, просто, чтобы они их не снимали. Мы не снимаем, хорошо. Они жалуются, что... Конкретно люди, чтобы замазали их лица, если что. Это имеется в виду. Чтобы лица были замазаны. Нет, они вообще не просят, не снимают. Это закон запрещено снимать без их согласия. Они же не знают этого, они поэтому просят. Ну, попросили, но вы можете передать, что все нормально. Пусть они не переживают. Все, спасибо большое. В общем, ребята, как видите, все нормально. Охрана попросила просто не снимать людей, потому что они против. Как бы, на самом деле, конечно, по закону мы можем их снимать, но если люди просят, снимать их не будет. Мы просто сидим, пьем кока-колу. Почему-то на нас смотрит весь ресторанный дворик. Немножко удивлен чем-то, не знаю. Наверное, размером нашего стаканчика. В общем, ребят, короче, мы не можем выпить эту кока-колу. Посмотрите, сколько здесь, 20 литров. Мы отпили, наверное, максимум литр, не знаю. И то вдвоем. Поэтому сейчас, к сожалению, нам придется пойти ее слить куда-нибудь в туалет или на улице, так что погнали. Ну что, ребята, надо заканчивать уже с этим ведром. Сейчас я чуть-чуть еще глотну. Будешь хотел? Нет, спасибо. Не надо. Ну как, вкусно? Тяжело, тащи, горло пересохло. Давай, снимай. Я не знаю, тактично ли это вообще снимать. Целое ведро. Какой ужас. Боже, сколько кока-колы, смотри! Ты просто заполнил этот целый. Жесть. Ничего нам за это, надеюсь, не будет.
Ну что, ребята, мы правда налили 20 литров кока-колы в это ведро на ваших глазах за 109 рублей в Бургер Кинге. Это правда так? Лез сколько хочешь. И они правда, видимо, не обманывают. Один работник немного бесился, ему, ну, может быть, новенький. Но в итоге все прошло идеально. Поэтому, если вам понравился ролик, если вы хотите смотреть дальше наши ролики, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Канал совсем новый. Будет 100 лайков, 200, нам будет максимально приятно, мы будем продолжать. Поэтому подписывайся. Всем пока. Just